80 штук раздаем бесплатно. Хорошо. Александра Томашевич – одна из трех барнаульских предпринимателей, которые занялись бесплатной раздачей масок. Все за свой счет. В день частные швеи делают около 1000 масок. Бизнесмены развозят их по аптекам и магазинам. Вчера маски разобрали за считанные часы. Не хватило производственных мощностей. Хоть своими силами швеи ежедневно отшивают ценный товар партиями по 1000 штук. Этого недостаточно, чтобы обеспечить всех желающих. Если не мы будем друг другу помогать, то, в общем-то, кто еще? У нас есть ограниченные ресурсы наши, которые уже практически кончились. Да? И, естественно, если продолжать этот проект дальше, то нам, конечно, нужны финансовые возможности. Мы призываем, обращаемся, конечно, ко всем предпринимателям города Барнаула и Алтайского края. Давайте как-то совместно эту проблему решать. Мы готовы, передать вам технологию, организовывать это здесь, да, включаться каким угодно образом. Если вы готовы с нами дальше вот эту проблему в городе решать, мы очень бы хотели этот проект продолжать. Чтобы бесплатно получить маску, правила всего два. Попросить об этом сотрудника в пункте выдачи и взять не более 2 за один раз. Предприниматели раздали уже более 2000 одноразовых масок в 15 пунктах. Бесплатно получить одноразовые маски можно в 15 точках. Это продуктовые магазины, магазины детских товаров, аптеки и сервисные центры. Бесплатные маски разбирают очень быстро, поэтому если вы собрались идти за ними в один из пунктов выдачи, лучше заранее проверить их наличие на сайте бесплатныемаски.рф. Анастасия Борисова, Денис Кузьменко, новости.